офицерские дома, каштет. Это два дома, которые стоят вот по этой дороге. ГДО. ГДО нет уже, ребят. Все там, руины, лес растет. А домики отреконструировали. И достаточно прилично они выглядят. Вот они, два двухэтажных дома. Вот. Но поскольку я первое время был посыльным, я помню, что вот в этом доме точно жил старший лейтенант Усов. Может быть, сейчас он уже генералиссимус. Вот. Но на тот момент он был старшим лейтенантом. А здесь жил старший прапорщик Мамедов, который вооружением заведовал. Вот. Усов жил в крайнем подъезде в том. Вот. А потом на смену ему приехал лейтенант молодой. Не помню фамилии. Земляк мой с Подмосковья. И вот один смешной момент могу вспомнить, поскольку ностальгия берет свое, как говорится, да? Старший лейтенант Переверзев, будучи еще молодым солдатом, меня, когда я дежурил, был дневальным, послал сюда с огнетушителем, когда вот к этому лейтенанту приехала супруга. Я еще тогда не понимал, зачем и куда меня послали, но тем не менее приказ надо выполнять. Взял огнетушитель. Если вы помните, через свалку, которая была там, можно было пролезть. Самый короткий путь сюда. Вот, через свалочку сначала огнетушитель, потом я прибежал вот в этот подъезд, крайне помню, второй этаж. Постучался, вручил огнетушитель. Естественно, лейтенант не понимал, зачем ему огнетушитель. Вот. Потом я на следующий день, конечно, это понял, когда все офицеры-прапорщики там хохотали. Вот, какой пожар надо было тушить. Ну, вот второй дом. Ну, видите, все прилично, все реконструировано. Вот пристройки какие-то характерные. Здесь машины, парковочки, все культурно. В ГДО нет, ребят, все развалили, убрали. Вот, ну, а вот эта дорога, если я сейчас выйду, направо будет в сторону Десау, а налево будет в сторону Кокштета. Сейчас, чуть позже, поеду к штабу и там уже с ним еще одно видео. И еще вот домик один по дороге. Тоже, наверное, помнится. А может быть, это новострой. Но кто вспомнит, тот вспомнит.